Всем привет! С вами интернет-магазин Tukamp, Арсений, наш канал видеообзоров нашего товара. Сегодня мы рассмотрим два вида вертышей. Один китайский, пластиковый, другой российского производства, выполненный из нержавейки, диаметр 16, длина 130. Китайские вертыши у нас пластиковые, то есть пластиковая часть у них идет рукоятка и держатель для рукоятки. То есть раз, вертыш готов к эксплуатации. Сама врезная часть у нас состоит из самореза. Вот. Длина, по длине они практически одинаковые, то есть 130-140 мм. Сейчас мы посмотрим, как эти вертыши ворачиваются в лед на время. Приступаем. Поехали. Как видим, российские вертыши выращиваются немножко быстрее, выкручиваются немножко шустрее. Одним словом, дело за нашим.